Друзья, всех приветствую. Мы приехали на карповую рыбалку на водоем Золотой берег. Уже всей своей командой соскучились за этим водоемом, потому что давно нас здесь не было. И уже потихоньку разбираем снасти. Я поставил уже шатер по приезду, чтобы сложить туда все вещи аккуратно. Подготовил рабочую зону. И теперь нужно собрать свой новый ротпод. Всех, кто заметил, обновил я свой ротпод. Взял я себе дайка и хочу вас пригласить в нашу карповую группу в Телеграме, в сообщество карпятников, где мы сейчас разыгрываем точно такой же ротпод. Группа для объединения карпятников, для помощи друг другу, для приятного общения и по желанию для проведения розыгрышей. Так что, друзья, заходите, всех ждем. Добро пожаловать. Ну, а я пока... Рыбка прыгает. И прыгает больше под нашим берегом. Ну, а я пока буду раскладываться. Что удобно? Тем, что этот ротпод очень быстро собирается и разбирается. Здесь уже идет бусбар собранный с сигнализаторами. Его нужно только вставить в сам ротпод и зафиксировать. Погода отличная, светит солнышко, на улице уже все зеленое. Сегодня, кстати, 1 мая, поэтому всех с праздником. Ну а мы будем продолжать расставляться. Уже руки чешутся закинуть первые удочки, да поймать первого карпа, либо амура. У нас уже время 3 часа дня. Мы удочки завезли, потому что приехали на 2 сектора. Кораблик у нас один, и нам нужна такая взаимопомощь друг другу. Помочь найти точки. Подключили диппер, промаркерились, посмотрели дистанции. Вся ловля у нас будет по тем берегам. Хотя рыба прыгает сейчас под нашим берегом, но я особо не люблю ловить на ближней дистанции, потому что мы разговариваем, шумим, хотя рыбка 20-30 метров прыгает. По дипперу увидели, что рыба стоит на дальней стенке, впрочем, как всегда на этом водоеме. 2,40 глубина и резкий подъем идет ближе к камышу, там стол и рыба там стоит, там питается. В общем, мы почти все удочки туда и завезли. Начало мая, на улице теплая погода и рыба уже нерестится. Есть карпы, которые уже ушли на нерест, метают икру. Поэтому сегодня основная наша цель — это амур. И сейчас нам нужно сделать сладкую прикормку. Привлечь амура, попробовать поставить его на точку и активно ловить. По бойлам у меня есть килограмм сливы. Начнем с нее. В том году хорошо я на сливу ловил. Килограмм бойлов. Немножко я поломаю половинок. Бойлы свежие, мягенькие, можно ломать пальцами. Пол пачки поломаю половинки, пол пачки будут целыми. И половинку целые, потому что рыба крупная и очень-очень много мелкого здесь карася, подлещика, чтобы они нашу мелкую фракцию быстро не уничтожили, потому что они тоже сейчас максимально активны, нам нужна и крупная фракция. Также для амура нужно зерно, кукурузка, здесь сладкая кукуруза, она довольно-таки твердая, пахнет. Мы ее тоже всю целую баночку добавим. И добавим баночку тигрового ореха, что хорошо, он уже дробленый. Его не нужно прогонять через крушу, а нужно просто открыть. Жижу мы сольем половинку. Вот, дробленого тигрового ореха тоже баночку мы добавим. Водоем любит. На него, кстати, я еще думаю, можно попробовать и половить. Интересная такая фракция. Попадается и целый орешек, и прям такой дробленый, кашка такая. Carp Today пелец. Что интересно, здесь разная фракция пелеца, от крупного к мелкому. Мы
прям так совочка 3-4 тоже добавим. Пелец любит абсолютно вся рыба. Так, пелец есть. И все это зальем ФФМовским ликвидом. Он идет вообще для зигрига. Он пылящий, желтенький, как раз то, что нужно для амура. Ну и пахнет так сладеньким. Здесь его на... Здесь 300 мл на 3 кг, поэтому выливаем всю баночку. Ну и осталось нашу прикормку только перемешать хорошо, дать ей настояться, чтобы аромка пропиталась. Надеюсь, амуру понравится, и они к нам придут. Да, есть. Снимаешь? Да. Друзья, и во время того, как я делал прикормку, клюнула рыба, и по ощущениям, как будто амур. На нас идет, не могу определить вес. То давит, то на нас идет. Но я надеюсь, это амур, потому что мы приехали именно за ним. Первая поклевка. Блин, прям на нас идет, вообще не могу определить, что там. Ну, по ощущениям, вроде тяжеленькая рыбка. Правда, на нас идет. Собрала мне две удочки. Ну и поклевка была амурья, да? Витос, давай ты на подсаке. Рыба уже близко. Да, по-моему, на ананас. Ну, не крупная. Черный амур. Черный. Так что, друзья, ловим амуров. Первый раз в этом году. В этом году я еще амура не ловил. Сейчас, не спеши. Сейчас он наиграется. Черный же был, да? По-моему, да, темный, да. А сразу понятно, что амур. Поклевка и на нас идет. И ты тянешь. Ну, не проходит. И непонятно, что за рыба. Максик, ты пока гуляешь. А здесь поклевочка уже. Черный амур. Да? Да. Ну, показалось, что черный. Еще не взяли. Рыба сильная. Черный вообще сильная рыба. Он сопротивляется прям. Серьезный такой соперник. Видишь, вообще ничего поднять не могу. Ничего сделать. И форсировать как бы не хочется под берегом, знаешь, чтобы губу не рвать. Поэтому лучше поиграться с ним. Чтобы и рыбы не навредить. Смотри, видишь, вообще поднять не могу. Видишь, какой он сильный. Нет, там даже пятерки нету, но мощный. А мы как раз хотели черного поймать, да? Ты думаешь, я помню 4 удочки, как я их расставлял. По-моему, ананас. Гейзер везде закормлен. Но не та, где я сначала завозил. Не. Та возле таблички, это первая левая удочка.
ты смотри, что делает. Не крупный, а, блин, сильный. Прикинь, на пятнашку тащить. Он на таких 20-ку. Дрозда будет давать. Захлопывай. Во! Сейчас завел. Во! Что ж ты не доводишь его? Все. Так надо руки выдвигать. Вот она. Ну что, рыба на мате. Первого черненького поймали. Хорошая засечка. Никуда бы он от нас не делся. Даже, блин, крючок достать не могу. Сейчас, минутку. Есть. Ну, а насадка, это стандартная насадка, на которую я поймал больше всего черных амуров. Это насадка ананас по папикам. Мы сейчас ее обновим, я вам покажу монтаж. Но сначала давайте покажу вам нашего прекрасного черного амура. Не сильно крупный, не трофейный, но зато он черный, а это приятно, черные амуры редко попадаются. Кто-то их вообще никто еще ни разу не ловил. Спрей сразу взять. Ну, жирненький, друзья, жирненький. Вот такой красавец. Попался первый черный амур. Килограмма 3, наверное, не длинный какой-то, короткий. Ну и такому рады. Вот такой красавец. Первый есть, сейчас будем перезавозить. Да надеемся покрупнее поймать, потому что здесь амуры есть 16-18 килограмм, 20 плюс есть именно черные. И белые, и черные, поэтому будем ловить. Ну а сейчас нужно сделать пару фото. Рыбку отпустили, благополучно уплыла. И теперь нужно поменять насадку. Монтаж обычный, скользяк, большое колечко, здесь отбойник. И здесь быстро съем для поводка. Ну, поводок нам снимать сейчас не нужно. Мы просто сейчас заменим нашу насадку. Крючок здесь 6 номера. Сейчас проверим. Да, в принципе, еще острый. Еще можно отправить один раз в воду. Так, здесь насадки мы снимаем. Уже такие подразбитые. Не выбрасываем, а потом их в прикормку. Так, это вообще вкус ананас по черному амуру, это вообще номер один. Всех своих черных амуров я поймал на вареный бойл ананас. Что-то опять пикнуло. Пищит, пищит. Вот, только рыбу отпустили, вот натянуло. Ну, мне кажется, рыба там. Да, опускает. Есть. О, пацаны, тут покрупнее. Тут что-то покрупнее. Вот эта рыбка подошла. А я только пацанам сказал, то, что амуры, они стайные. Ну, вправо идет, да. Ух ты ж, блин, Витос, ты на подсаке. Ух ты ж, блин, да, как прет вправо. Не. Это 20 плюс, Витос. Не-не, это не поклёв, это я не увидел, он завёл, не пойму только как. Совместная получается? Конечно, общая рыба, но записано будет на меня. Почти дуплет, ребят, только чёрного отпустил, начал менять насадку и клюнул уже беленький. Ух ты, гад. Но этот зато потяжелее, мы его быстро взяли, блин, он... Бойки не может успокоиться. Вот такой.
Ах ты гад. Всего обрызгал. Вот такой. Ну, ё-моё. Ну, мы его сейчас взвесим, потому что это первый белый амур в этом году. А так рыбалка только начинается, рыбка потихоньку поклевывает. Черный, белый. Отпускаем, ждем покрупнее. Да и надо карпа поймать. Но карпы, я думаю, ночью будут. Днем пока только такие толстенькие, прожорливые амуры нас будут атаковать. Но тоже классно, потому что в этом году мы их еще не ловили. Первого белого амура в этом году. Ну, они такие упитанные, я вам скажу. 7. Нифига себе, 7400. Да? Да. Неплохая рыба. Во-во-во. Ну что, друзья, всем привет. Вот, наконец-таки дождались поклевочка вечерняя. Вот такой вот красивый черный амурчик нас порадовал. Ну, такой небольшой, килограмм 5. Как бы, ну, плюс-минус. Сейчас отпускаем и будем перезавозиться. Друзья, у нас стемнело, время 9, пошел дождь, мы немножко запыханные, потому что мы там у нас на секторе сидим, и у Виталия клюнула рыба. Я пришел, Макс, зеленая тоже почему-то светилась. Фух, запыханный. Виталий говорит, хорошая рыба. Фух, Витос аж протрезвел. Вообще, бля. Я же говорил, сейчас будет рыба, стемнеет. Рыба уже близко.
все мокрое, дождь. Так, ну по идее тяжелая рыба. Карп, карп, не. Карп, хороший карп. Здоровый. Взял. Хороший карп. Держи. Наконец-то первый карп. Ой, блин, на нашей сессии. Витос, красавчик. Вообще, ух ты, бля. О, хороший. Сейчас я свет настрою. Что говорить? Это сильно ярко. Конечно. Так, ну что, друзья. Всем добрый вечер. Вот такой вот красавчик порадовал нас. Вообще, поклевка, конечно, неожиданно, но очень сильно отсутствующая. Это сазан длинный. Блин, длинный. Честно, тяжелый. Ну красивый вообще, чешуйчатый. Класс. У Виталика опять поклевка. Идем к нему. Сразу запасные поводочки взял. Кораблик, потому что завозим. И пробираюсь сквозь траву мокрую, потому что до сих пор просто шпарит дождь, не прекращая. Ну что, братишка? Есть рыба? Да. Я сразу все принес. Чтоб не бегать. Макс, ну ты что, когда будешь ловить? А что ты тут один загрустил? Поводков не взял. Одна и та же, Дим. Одна и та же, да? Mm-hmm. Табличка. Десятый сектор. Табличка правая, 10 там написано. Вот оттуда вся рыба и ловится. Ну это тоже клубника, видишь? Клубника работает. Ну, да, одна и та же несу. Что там по ощущениям? У нас идет. Так, рыба близко. Смотрим, кто там. Я на подсаке. Макса сейчас тоже удочки перезавезем, потому что его удочки не трогали с самого приезда. Угу. Амур? Угу. Да, Амур. Амур ночной. Надо брать с первого раза. Не сильно крупный. Вот, видишь, Витос, бах, и захлопнул. И он никуда не денется. Белый. Белый? Угу. Ну, такой, может, побольше, да, первый будет такой же. Такой же. Ну, неплохой такой амур, ну, да. Ребят. Тем более, вообще, мы первый раз в этом году амуров ловим. Ты вообще ловил ранее таких? Нет. Не? Твои трофеи получаются. Да, первые. Ну такое, друзья. Ну тоже килограмм 6-7. Беленький. Прикормка, тактика работает. Тоже на клубничку. Бойл вареный и пупап. Такого вот красавца поймали. Всем доброе утро. У нас день второй. Планы немножко меняются. К нам приехал Саня. Ставит рядышком ротпот, и сегодня мы будем ловить по две удочки. Время 10, мы только покушали, и у меня клюнула рыбка, я ее уже вываживаю. Рыба идет на нас, очень похожа на амура. По ощущениям рыбка, конечно, хорошенькая. А недавно завезли, да? Да, да вот. Ну час максимум. Да, да, близко. Да, вот, да, да, вот сюда стоит тут сейчас. Это была моя рыба. Ну, следующая твоя будет. Ну, кто сообразил, видишь, надо не щелкать. Так, ну что там? Рыба уже рядом, кто там? Я думаю, амур. Амур, хороший амур. Как у меня было тут? Ну как раз сейчас и сфоткаемся, как будто твой. Да. Похоже, одинаковый. Да, может, это тот же. Давай, Витос. Да. С
Все. Все, хорош, хорош. Сейчас будет плавать тут, блин. Плавает. Ну-ка, покажешься ты? Вот такой, ребят, амурчик клюнул. Сегодня, на сегодня днем это первая рыба. Начинает расклевываться. Погода позволяет, дует ветер. А вот ветер, рыба всегда лучше ловится, чем штиль. Хотя ночью штиль был. Но ночью выход был, мы поймали пару карпов. Не снимали, но фотки мы вставим. И сейчас вот опять к нам пришел амур. Ну, мы, в принципе, за амуром сегодня и приехали. Карп не рестится, поэтому надо ловить амура. О, 8 килограмм. Крупнее, чем предыдущий. А у меня там показывает... Восьмерочка. 1900. На... Красный пятна, надо вот так делать. Конечно, в мате ты плавал, когда не надо, а сейчас... А, сейчас тоже хорошо поплыл. Пока, друг. У нас уже вечереет, время 6, солнце садится, на улице так холодно, как будто зима, пришлось даже шапки одевать и куртки. Сегодня погода была переменчива, давление прыгало, рядом шел дождь, ветер мне поменял свое направление, в лицо нам дул, и водоем вообще полностью выключился, ни одной поклевки не было. Вот утреннего амура одного поймали, и на этом тишина, даже пика больше не было. Под вечер поменяли немножко тактику, так как мы уже амуров нормально половили и небольших карпов. Хочется, конечно, поймать более что-то крупное, но чтобы поймать крупную рыбу, нужна крупная насадка. Поэтому мы поставили 24-е бойлы, на одной удочке даже два 24-х бойла, а на второй удочке один ночный 24-й бойл. Закинули на ночь, перезавозить не будем. Будем прям ждать до утра, до упора, пока клюнет какой-нибудь трофейный карп. Ну, кушаем и уходим уже в ночь ждать ночных поклевок. Надеюсь, выход рыбы ночью будет, хотя, потому что карп в основном ночью здесь и ловится.
Друзья, чудо не произошло. Вторые сутки вообще полная тишина. Поменялась погода, видимо, это повлияло на рыбу. И мы вообще вторые сутки остались нулем. Мы хоть первые сутки подловили, Санек приехал. Вообще ни одной поклевки не видел. Ну ничего, еще приедем, разловимся. Понятное дело, сейчас погода еще такая переменчивая, на рыбу это влияет. Ну а так, что, отлично посидели, соскучились по этому водоему. Неплохо мы в первые сутки половили. Цель я, в принципе, свою выполнил, хотел ловить амура. Амуров мы поймали. Самый крупный 10 килограмм черный амур был, Макс поймал ночью. К сожалению, мы его не сняли. Вот, но фотография есть. Ну а сейчас мы уже вымотали удочки, отправляемся домой и увидимся с вами на новой рыбалке. Завтра едем на Дубовку. Давайте, всем пока!